Всем привет, дорогие друзья! И сегодня я вам хочу показать моего маленького нового питомца. Это улиточка Ахатин, Фулика Стандарт. Ей всего полтора месяца. Она вылупилась 12.12.2019 года, а сейчас 1 февраля. Вот, мне ее прислали по почте, буквально за два дня она дошла. И вот такой вот новый маленький питомец у меня. Сегодня будем для нее делать домик. Кстати, пересылку она очень хорошо перенесла. Вот она была вот в таком контейнерчике и в большой коробке. И я ее достала, и она сразу же достала глазки и сразу же пошла ползать. Итак, для начала будем делать ей матик. Вот такой вот террариум. У меня такой террариум остался от черепахи. Она уже выросла у меня, и теперь я сюда вот хочу посадить эту улиточку. На такую маленькую улиточку надо примерно 15-литровый террариум. У меня чуть побольше, но я надеюсь, что это не повредит. Итак, первым делом будем делать матик, чтобы она, если заползет на стеночки, чтобы она, если вдруг упадет, то она не повредила себе панцирь! Ракушку. Это панцирь. Панцирь пусть будет. Итак, для того, чтобы сделать матик, надо кусочек синтепона. Вот такая вот подложечка, которую вот ложат под ламинат. И мешочек из флизелиновый мешочек. Можно брать темненький, черненький. Это будет более эстетично. Но на данный момент я нашла вот только такой. И поэтому у меня будет пока что такой вот светленький. Его ложим на дно террариума. Так, обязательно я хочу сюда вот положить, мне девочка прислала мох, который она собрала, обработала. Попозже будет больше моха, но на данный момент вот так вот. Улиточка любит его кушать. Мох! Итак, вот девочка здесь положила тыквочки кусочки, посыпала кальциевой смесью. Так, что с ним? А вот, еще тут. Итак, вот этот мох улиточка будет кушать. Она любит мох кушать. И вот смотрю, вот здесь вот тыквочка всего совсем чуть-чуть съедена во время транспортировки. Итак, здесь будет у нее небольшой такой водяной уголок, где она будет купаться. И вот здесь вот ей поставлю тыквочку. Я, конечно, понимаю, что этого за много, но мне в первый раз хочется ей положить побольше. Еду надо менять каждый день, ну или хотя бы раз в два дня. И сверху будем посыпать вот такой вот кальциевой смесью. Эта вот кальциевая смесь, она подходит как для рептилий, так и для улиточек. Будем чуть-чуть посыпать. И я буду чередовать вот эту кальциевую смесь и кальциевую смесь, которую я сделаю сама из скорлупки яйца. Я вам тоже покажу, как это сделать, но в следующем видео. И еще я буду ложить в этот террариум вот такой вот панцирь каракатицы. Он тоже нужен как рептилиям, так и моллюскам. Для того, чтобы и панцирь, и ракушка были крепкие и хорошо образовывался твердый вот этот вот костяной налетик. Так что тоже сюда ложим. Ну, живи, улиточка, хорошо в своем новом домике. На этом все. У кого есть какие-то комментарии, обязательно пишите. Буду рада услышать мнение со стороны. Не забывайте ставить лайки и подписывайтесь на мой канал обязательно.